Для всех учащихся школ, высших учебных заведений и среднеспециальных учебных заведений близится пора учебного года. В преддверии Дня знаний в стенах Дворца культуры «Спартак» состоялось торжественное собрание, посвященное началу учебного года в медицинском колледже «Нанапо» в Хасавюрте. Поздравить первокурсников и собравшихся с Днем знаний были приглашены глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, заместители главы администрации в лице Исмаила Дадаева и Тагира Гаджиева. Со словами приветствия к присутствующим обратилась директор медицинского колледжа Разия Магомедова. С сентября 2016 года в медицинском колледже города Хасавюрта ведется подготовка специалистов среднего звена в соответствии с государственными федеральными образовательными стандартами. 1 сентября празднуют школьники и студенты. В этот день у них начинается новый учебный год. Глава города Зайнудин Акмазов поделился впечатлениями о предстоящем Дне знаний. Выразил слова благодарности всем преподавателям, которые вкладывают свой багаж знаний в будущих медицинских работников Хасавюрта. Я уверен, я надеюсь, что вы, получив здесь качественное образование, будете иметь возможность поступать в другие медицинские вузы. Не только республики, но и России, станьте хорошими врачами, специалистами и вернетесь в город и будете служить горожанам. И не только нашему городу, но и окрестных районам. В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходятся без линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается. 1 сентября – это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей. Преподавательский и родительский состав студенческой молодежи медицинского колледжа «Нанапо» также выступили со словами поздравления в адрес студентов. Грядущий образовательный год поможет воплотить в жизнь все задуманное, все намеченное. Студенчество – самая интересная пора в жизни каждого человека. Это пора, когда вы взрослеете. Это первая ступень по лестнице вашей карьеры. Верьте в себя, в свои силы. Ставьте перед собой новые цели. Стремитесь достигнуть их. А мы, взрослые, с радостью вам поможем. В ходе торжественного собрания от рук главы города был передан ключ знаний студентке нового набора Рашие Богатовой, которая от лица всех первокурсников выразила слова благодарности за доверие и поздравила с Днем знаний. Вступив в ряды медицинского колледжа, перед лицом своих преподавателей и товарищей по учебе, торжественно обещаю учиться упорно и настойчиво обладать основами медицинской науки. Помню, что мои знания и мое искусство будут служить спасению жизни людей. Постоянно работать над собой, воспитывая в себе лучшие качества, присущие этому. Настойчивость, целеустремленность, благородство, смелость, человеколюбие. В стенах колледжа и за его пределами быть образцом поведения и активно бороться с нарушениями дисциплины и его нерадимым отношением к учебе. Свято беречь и всемирно укреплять традиции медицинского колледжа. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».